Всем привет! Вы на канале Скелетомания. Сегодня я хотел бы рассказать о породе кур маран, а также показать работу автора канала. Порода маран распространена у фермеров по всему миру. Куры этой породы несут яйца необычного шоколадного цвета. Маран была выведена селекционерами из Франции в 1895 году. В Европе курицы этой породы стали широко распространены. К полугоду куры начинают нестись. У молодых кур яйца светлее, чем у взрослых особей, из-за того, что железы в яйцеводе работают не в полную силу. Яйценоскость этой породы около 130-150 яиц в год. Петух марана может весить до 4 кг, а курица до 3,2 кг. Плюсы этой породы. Яйца необычного цвета, красивый вид самой птицы, спокойный характер, быстрый набор веса. Недостатки. Слишком прочная скорлупа у яиц, из-за которой цыплята часто не могут вылупиться самостоятельно. Спасибо за внимание.